Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня предпоследний день нашего проекта. Наши последние дни напряженные. Сегодняшний день будет не исключением. Сегодня мы сделаем много отжиманий, если получится, и проработаем опять-таки пресс. Перед этим мы хорошо разомнемся. Просто поехали. Начинаем, как всегда, с шеи и головы. Прокручиваем. Греет теплое солнышко за окошком. Весна дает о себе знать. Это приятно. Так светит, что аж прям глаза сами закрываются. Делаем зарядку и вместе с тем загораем. Сегодня много разминки не делаем, потому что будет напряженная у нас проработка мышц. Давайте сразу начнем. Итак, хват у нас узкий сегодня. Локти вдоль корпуса. Смотрим перед собой. И глубоко дышим. Отдыхаем. Отлично. Ну, делаем суперсетом. Сейчас будем делать пружинку. Отдыхаем. Тянем коленки к себе, к животу. Так, потянули хорошо. Второй подход, то же самое, вот такой хват.
Отлично. И теперь подъем ножек на низ пресса. И зафиксировали над землей. Держим, держим, держим. Фух. Хорошо. Окей. Без отдыха мы не отдыхаем. Третий подход, то же самое. Вот такой хват. Отдохнем. И добьем. И пресс. Подъем ног. Я запыхался, потому что делал без перерывов суперсетом. Что ж, друзья, всего несколько минут, а я запыхался. Всего несколько минут, но уже зарядка такая на весь день обеспечена. В принципе, это классно, посвятить пару минут своему телу, чтобы оно потом в течение дня щедро делилось с тобой энергией. Что ж, счастья и любви вам. Будьте здоровы, друзья. Пока. Mm-hmm.